оплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. Развитие туризма в Туве направлено на создание правовой, организационно-экономической среды, условий для ведения туристической деятельности и осуществляется в соответствии со стратегией развития туризма в республике до 2030 года. Туризм тянет за собой 57 отраслей экономики. В 2018 году 16 органами исполнительной власти Тувы совместно с муниципалитетами велась работа по 21 сегменту туризма. Из 258 запланированных мероприятий исполнено 209. По итогам прошлого года туристический поток в республику увеличился на 22%, объем платных услуг возрос на 24%. В бюджет поступило более 40 миллионов рублей в виде налогов и платежей. В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрирована 51 организация в сфере туризма, из них один туроператор, 12 турфирм. На сегодня в регионе 87 коллективных средств размещения, из них гостиниц и хостелов 32, турбаз и баз отдыха 29, санитарно-курортных организаций 2, пансионатов 26. Подход, выработанный в прошлом году, по сегментированию отрасли будет продолжен и в текущем году. Таким образом, задачи на 2019 год исходят из целей и задач отраслевой стратегии, классифицированы в соответствии с планом работ Ростуризма и содержат 6 направлений. Так, на сегодня разработаны проекты планов мероприятий по 15 сегментам туризма, в которых задействованы 16 органов исполнительной власти. По новой форме разработаны и планы во всех муниципальных образованиях. В текущем году будут проведены открытые конкурсы на право проведения пассажирских перевозок по городским маршрутам. Будут выставлены 18 лотов на 16 маршрутов. Условия участия в конкурсе значительно упрощены. Однако ужесточены требования к работе перевозчиков. В частности, они должны будут придерживаться установленного расписания. Об этих новшествах в организации общественного транспорта на собрании с перевозчиками, которое организовал территориальный отдел Госавтонадзора Республики, сообщил первый заместитель мэра Кызыла по жизнеобеспечению Алексей Сиарпас. Представители территориального отдела Госавтонадзора региона во главе с начальником сообщили собравшимся предпринимателям об изменении законодательства в сфере автобусных перевозок. Было озвучено, что с 1 марта 2019 года подлежат лицензированию коммерческие перевозки автобусами и перевозки автобусами для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя. С 1 марта 2019 года на оформление документа отводится 120 дней, то есть лицензия должна быть получена в срок по 29 июня 2019 года. Международный год языков коренных народов открылся в понедельник в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства по делам национальностей страны. Россия наряду с Японией, Саудовской Аравией, Канадой, Эстонией, странами Латинской Америки и другими активно поддержала организацию и проведение Международного года языков коренных народов. В свою очередь, артист ЮНЕСКО во имя мира, певица Зара, отметила, что мировое сообщество должно уделять внимание вопросам сохранения языковых и культурных традиций. Цитата. «В моей семье всегда звучало несколько языков, а мои дети наравне с русским говорят и на родном для меня курманджи. С ранних лет прививать любовь к своей культуре, воспитывать чувство уважения к традициям и языкам других народов – одна из приоритетных задач всего мирового сообщества. Язык – наше главное богатство, на основе которого развивалась в том числе и песенная культура». Конец цитаты. Официальное открытие Международного года языков коренных народов в России состоится в Ханты-Мансийском автономном округе в марте этого года. В разных регионах запланировано провести более 700 мероприятий. Министерством экономики республики подведены предварительные итоги реализации губернаторского проекта «Одно село, один продукт» за 2018 год. Участниками проекта достигнуты следующие результаты. Объем производства продукции в денежном выражении составил чуть больше 300 миллионов рублей. Объем производства продукции в натуральном выражении составил около 5400 тонн пищевой продукции. Туристическими базами республики Тыва принято 5846 посетителей. Налоговые поступления составили около 20
22 миллионов рублей. Создано 281 рабочее место. В отчетном году количество участников губернаторского проекта «Одно село, один продукт» составил 121 участник. С каждым годом качество продукции улучшается и становится узнаваемым среди покупателей республики. Среди самых востребованных товаров можно выделить кондитерские изделия, овощную продукцию, мясную продукцию, пиломатериалы. В 2018 году произведено более 740 тонн мясной продукции, около 1,5 тонн молочной продукции и 630 тонн овощных культур. Больше всего налогов уплачено участниками Искахемского, Пихемского и Авюрского районов. И о курсах валют. Доллар на сегодня 66 рублей 21 копейка, евро 74 рубля 82 копейки. Весна не за горами. Время обновлений. В магазине «Мебельный рай» большое поступление. Новая коллекция эксклюзивной мебели от бренда «Любимый дом». Вдохни в интерьер новую жизнь. Улица Магистральная, 26, торговый центр «Арбын» и Калинина, 25. Вечер, праздник, стол, бокал, гости, песни, шум, вокал, дверь, прощание, домой, ключ, машина, ехать, стой. Водитель, помни, по статистике, за последние 10 месяцев 2018 года на территории республики совершено 103 автоаварии по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Не садись пьяным за руль. Алкоголь и автомобиль несовместимы. Цена такой ошибки – жизнь. В Пихемском районе в результате ДТП пострадали 4 человека. 18 февраля в пункт полиции города Турана поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. По предварительным данным установлено, что 50-летний водитель УАЗа, двигаясь по федеральной автодороге Р-257 Енисей, не справился с управлением и перевернулся. В результате чего в медучреждение с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель и 3 пассажира. В республике начались муниципальные этапы конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель года 2019» и «Учитель года 2019». В минувшие дни на базе детского сада «Салгал» в селе Устилегест Кызыльского района начал работу муниципальный этап конкурса «Воспитатель года 2019». Со всего района за звание лучшего борются 10 воспитателей, в числе которых мужчина. Тем временем в школе номер 2 поселка Кайхем стартовал муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года 2019». Все конкурсы профессионального мастерства направлены на выявление и распространение лучшего педагогического опыта, повышение профессиональной компетенции педагогических работников всех направлений, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса. Конкурсы проводятся в несколько этапов. Первый этап – школьный, где участвуют все учителя. Второй этап – муниципальный, где принимают участие 5 победителей школьного этапа. Третий этап – региональный. Каждый район представляет 5 лучших учителей, победители муниципального этапа по 5 направлениям. Четвертый – заключительный этап – всероссийский. Главным критерием определения лучших учителей все-таки является урок. Итоги муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года 2019» станут известны 20 февраля. А имя лучшего в конкурсе «Учитель года 2019» узнаем в конце текущей недели.
Законопроект о совершенствовании паллиативной помощи принят во втором чтении. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения России. Депутаты Госдумы 19 февраля единогласно проголосовали за принятие во втором чтении законопроекта о совершенствовании паллиативной помощи в России. В пленарном заседании Нижней палаты парламента приняла участие министр здравоохранения России Вероника Скворцова. С учетом доработок ко второму чтению документ закрепляет право пациента на облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием или медицинским вмешательством, методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими и психотропными лекарственными препаратами. Согласно закону, оказание паллиативной помощи будет возможно в амбулаторных условиях, в том числе на дому и в условиях дневного стационара медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи. При этом клиники, оказывающие паллиативную помощь, будут взаимодействовать с родственниками и иными членами семьи пациента или его законным представителем, волонтерами, а также организациями социального обслуживания, религиозными организациями, общественными объединениями, иными НКО, в том числе в целях предоставления больному социальных услуг, мер психологической поддержки и духовной помощи. Закон позволяет при оказании паллиативной помощи пациенту предоставлять для использования на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека. Перечень таких изделий будет утверждаться соответствующими нормативными документами Минздрава России. По республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег. Днем без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 25 до минус 27, днем от минус 11 до минус 13. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было.